Эй, ну что, всем привет, мои ненаглядные. Какая у нас тут уже седьмая серия. Седьмая. Короче, немножко еще поигрался с настройками VR записи. Вроде, по идее, должна быть картинка уже чуть получше, почетче. Так. Мы оттуда пришли. Вроде как. Или... Ты... Засранец. Как ты мне снял? Почти ничего не снял. Самое, как говорится, важное не забыть передернуть. Блин, тут иногда небольшие гады ползают, знаете. Я не могу туда попасть. Ладно. Да, пустим. Может, дверь потом откроется. Что бы это означало? Это означает, что мне это надо походу взорвать. Туда подбегут, да? И что, кто-нибудь побежит? Чё-то вроде никто. Почему эта хрень выглядит, как будто вы ее можете сломать? Давай тебя передадим уже заодно. О! Что одни эти обезьяны прыгают? Тебя метнуть, блядь, ракетиной. Отдай магазин. Мой запас исчерпан. Да, быстро ушел бы и запас. Слушай, а реально, блядь, как... Понял. Вопросов не имею. Понял, на какую кнопку. Ой-ой-ой-ой. Ну что, пистолет или дробовик пока только, да? Так, там один. Тут, блядь, можно и заблудиться. А, ну все, мы обошли, короче, с той стороны. Получается. А ради чего? Ради того, чтобы открыть этот проход? Ну слушай, дружище. Ты, блин, взялся, Рева. Чё, зачищаем Робин Холм? Сходим сюда, посмотрим, туда посмотрим. Ясно. Там ничего у нас.
Давайте, пацаны. Кому стрижку? Чё, всё? Серьёзно? Этот гад выжил. Слушай, ну по-моему раньше он поопаснее был. Это сразу, блин, далеко и прыгал. Почему эта хрень сломалась? Она же даже никого не убила. Давайте, 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 пацаны, пацаны, давайте. Там кое-что покажу. Смотрите, как умею. Блять. Система жизнеобеспечения включена. Охуенно умею. Да, можно без морфи. Так, куда еще одна аптека улетела? Вот она. Все, соточка, как и было. Блин, когда по этим бочкам стреляешь, всегда нужно думать, что может полететь в обратку. И что-то в последнее время так оно и срабатывает. Так, ну тут еще. Ясно, эти пацаны, короче, просто так не успокоятся. Кому баллоном? Они что, постоянно типа респавнятся? И чё? Ну, я понял, типа мне там надо будет перепрыгнуть. Откуда-то оттуда, да? Опять заспавнились. Ясно, я понял. Короче, игнорим этих пацанов. Пацаны. А, мам. Давай попробуем туда ходить. Убивать тех пацанов, тратить на них патроны постоянно, смысла не вижу. Что не спавнится. Внимание, в крови обнаружено ОВИ. Ебать, они еще травят. Гад. Тебе повезло. Главное двигаться. Фу, ты перезарядись ты. Фу, блин. Выжил. И чё тут, и как тут, блять? Ну вижу лестницу, блять, это что-то взять сюда подставить, да? О, слушай, а давай так. Потом сюда, оп. Сюда, оп. Фу. У меня излом, блин. Слышу, блять.
Короче, блядь, я этих падл теперь буду с револьвера только отстреливать. Блядь, а пули-то заканчиваются. Пули-то не бесконечные. Ай-яй-яй. Ладно, там вроде какие-то боеприпасы. Пивас. Пивас. Все. ХПшку пополнил. Блять, я слышу этого мелкого гада. Так, передергивать не надо. И не знаешь, что мне дальше делать? Ну давай сюда. Ну слушай, так боевика дают хорошо. Он просто хорошо там встал. Ты мне не интересен. ХПшка есть? Так, как мне так встать? О, встал. Ёпта. Я полез, короче. Слушай, от дробовика можно, блядь, стрелять и с одной руки так-то. Подожди. Дай. Передёрну. Затох. Как ты тут оказался, брат мой? Ты не в той части города. Разве я не говорил искать церковь? Стань на путь истинный, пока не поздно. Тихо, блядь. Чуть не встал, блядь. О, можно поэкономить. Блядь, или краску. Ладно, хорош уже. Давайте, поточнее. Коробочки? Ладно, коробочка не подойдет. Жик. И не мужик. Что, еще кому-то? Что-то надо доказывать. Уй! Отдайте. Отдай. Давай. Буш? Что у нас тут? Тут у нас ты. И ты. И больше никого? Слушай, ну я хочу еще туда сходить. Давай сходим. Юдемс. Не шути со мной. Еще? Подожди. Бенедёрн дай. Лошара.
Ну, думаю, это все. Что там, посылка с Алиэкспресса? Посылочка. Угу. Надо было поближе его подпустить. Ясно, один фиг мы бы вышли бы на одну и ту же улицу. Где там твой друг? Отдай дробовик. Ладно, ты вроде как... Так, дробовик заканчивается. О! Это на это. Слышь, блядь. Сука. Короче, на ту же кнопку, что и перезарядка, если чё. Что-то хрень, чё, под напряжением, что ли? Вроде нет. Блять, я, сука, заблудился. Так, ну тут мы шли, блин. Там поднимались. Ну, то есть, не, как, мы там могли выйти? Давай-ка еще раз по верху пройдем. Как такой вариант? Блять, там что? Не, подожди, отсюда я пришел, и мне, типа, вот сюда вот дальше. Подняться там наверх. Да, определенно. Что, не заспавнились? Нет, там только один мелкий бегает. Блять, не упасть бы. Да, тут можно через забор перемахнуть, но надо ли мне туда? Нет, дверь-то не рабочая. Стоп, долго. Так, ну сюда бы я запрыгнул, если что, да? Значит, все правильно, я иду. И шо? И чё? И куда? И сюда? И он скользит тут. Хм-хм.
Значит, не сюда. Значит, надо куда-то туда сходить. Здесь просто, наверное, тупиковая улица. Что-то не обратил внимания, как фонарик выключился. Ну давай, посмотрим, что тут у нас. Эти гады. И гада своего забили мелкого. Не, вот на этих засранцев автомат улетает пипец. Дробовика тоже мало. А пистолета? Пистолета тоже нету. Тяжелый выбор. Ну ладно. Есть кто дома? Патрики. Патрики, это я люблю. Патрики, это дело хорошее. Магнум. Эш, извините меня. Ну, магнум вещь. Магнум я не брошу. Слушай, а чё тут? А чё оно закрыто? Эй, хочу магнум! Хочу магнум, хочу магнум! Ладно, отобрали магнум. Ну слушай, сейчас мне кажется, тут забив будет. Как-то много насыпают. А, вот и ты! Наконец-то! Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди немного. Терпение, брат мой. Держись, брат. Слушай, а как тебе засранцы там к тебе не перемахнули? Да, понял уже. Давай, брат, залезай в люльку. Ща. У меня тут один остался. Клиент. Кусучий гад. Да подожди ты. Ладно, все. Пошел. Пусть неизвестные западни встречаются на их пути, и пусть они сами попадутся в сеть, расставленную для меня. Приветствую тебя, брат. Наконец-то мы встретились. Иди сюда. Хвала тебе за то, что смог избежать моих ловушек. Они сделаны человеком, у которого когда-то было много времени, а теперь нет его ни на что, кроме спасения. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. А что до меня? Пастух должен быть со своим стадом.
особенно когда стадо стало непослушным. Следуй за мной, брат, и ступай легче, ибо это священная земля. Сюда, брат мой. Быстрее, брат мой. Иду. Брат мой. Брат мой. Пошли, я за тобой. Еще жопа у тебя большая. Слушай, ну этих хренов я только на упоре. Твою пасту. Хули не дохнешь? Дай. Держись ближе, брат мой. Где-то тут ты мои боеприпасы не видел? Сюда, брат мой. Эта штуковина прикольная, но, блядь, попади еще с нее. Ладно, Гави пушка. Одного точно убью. Целься в голову. Постараюсь. А, тут эти, слушай. Смотри, как я могу. Тут главное их кучнее собрать. Отдай. Все? Вон там, лежит. Так, давай ты этого гада застрелишь. Молоток. Диск. Идите же. Подожди. Ладно. Там как раз в рядок встали. Очень хорошо. Мистер Кирпич. Блять, я уже боюсь этих бочек. Идите же к свету. Не благодари. Слушай, приятель. Ладно, искренне. А я твой. И вот этого гада. Слушай, это дядька может сдохнуть? Так. Обнаружены легкие ранения. Все? Всех убили. Давай, показывай мне путь. А тот там застрял. Было такое дело, да? Да? Поторопись, пока я держу ворота! Ну давай. Иди быстрее! А ты чё? Прощай, брат!
Боюсь, что отправляю тебя в темное место. Да осветит твой путь светлейший свет. Спаси же свою душу. Чё там? Не, он жив, слышите, стреляет. Хочу просто немножко ему помочь. Все хорошо там с ним будет. Если только я смогу привстать. Ну все, там один чувак с ним справится точно. А вообще, была хорошая, эпичная серия. Что тут? Много событий было. На этом можно, наверное, завершить серию. Ну а с вами был Зазепа. Лайкосите. Обязательно подписывайте. Комментарии, блять. Потому что только так YouTube может как-то, не знаю, продвигать мой контент с его алгоритмами. Так что, ребята, не забываем. Ну, всем спасибо и всем пока.